сказал пучнуха, да? А пучмасло, он немножко другой. Вот у нас получается масло здесь, масло с этого пресса поступает вот по этим шлангам в нашу промежуточную емкость. Ну, сейчас мы еще кое-что не доделали, доделываем. То есть вот наша промежуточная емкость, вот. Вот это, в смысле, промежуточная емкость. Это просто, это еще одна промежуточная емкость. Вот мы качаем маслом. Кстати, видно, да, что тут осадок. И нам надо его фильтрануть. Для этого у нас есть фильтр. Вот. Не пластинчатый, потому что пластинчатый фильтр, это, ну, как бы, хуже справляется с фильтрацией. Вот. Тут у нас фильтры идут, вот такие пластины из нержавеющей стали. Сетки тоже из нержавеющей стали. И вот такая система. В этот фильтр масло подаем, он закрыт, там просто сейчас на пластины заряжаем. Вот. Масло подается на этот фильтр, гоняется по нему через эти пластины и чистится. Фус, получается, на эту пластину налипает и становится тоже как бы участником процесса фильтрации. В том плане, что фус налип, масло идет снова через этот фус, еще больше фуса оседает, масло выходит через вот эти вот каналы. Вот. Потом масло снова пошло сюда, снова через фуз прошло, еще больше фуза на них осело. И таким образом весь фуз скапливается тут. Вот. Потом мы в этом фильтре гоняем его до тех пор, пока масло не становится чистым. Как только масло стало чистым, так сразу мы отключаем подачу масла вот этим насосом. Да? Это у нас такой шкаф управления вот этой системой фильтрации. Вот. Так сразу мы отключаем подачу насосом. А грязное масло, которое там осталось в нашей системе, оно сливается обратно в эту бочку, оно перекачивается. А мы подаем воздух. И воздухом из этого фуза выгоняем остатки масла. Оно тоже у нас будет чистым. Вот. Потом мы эти коржи, которые тут образовались, ну, налип фуз, мы его сушим, опять же, вот этим компрессором. Ну, у нас их два, там один просто стенки. Вот. Производительность там почти 3000 литров в минуту. Вот, сушим вот эти пластины внутри этого фильтра, вот, под давлением воздуха, они у нас высыхают, мы это можем, в принципе, визуально смотреть, вот, когда давление уже убрали. И там у нас сзади стоит вибромотор, тут наши по колесам, потому что мы сейчас кое-что налаживать будем. Вот, стоит пневмовибромотор, он трясет весь фильтр, и этот фуз уже сухой, он очень сильно похож на жмых, он просто падает у нас вот через это отверстие нижнее. Ну, тут будет корыто, вот, в него падает. Вот, и этот фуз сухой, это он как бы очень близок уже к жмыху. Единственное, что там масличность все равно 30%. Вот, пока мы думаем, что с ним делать. Вот. В принципе, все, вот такая система фильтрации. Ну и тут у нас идет баковое хозяйство. Оно пока небольшое. Вот. Бочки стоят на 50 кубов, на 50 кубов. И там еще несколько бочек по 25 кубов. Вот.